Всем привет! Сегодня в этом видео я хочу снять обзор на два продукта от компании NYX. Оба продукта для губ. Это вот такая вот жидкая матовая помада Lingerie. У меня это оттенок Липли 18. И к нему я подобрала карандашик. Вот такой вот. Это у нас Lip Liner. Классический их карандаш, 831 оттенок, Mauve. Оттеночек немножечко темнее, чем сама помада. Специально я подбирала, чтобы был подобный эффект. И давайте с вами попробуем сейчас в этом видео нанести помаду с карандашом и посмотрим, как это будет смотреться. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, сначала мы берем наш карандашик и попробуем прорисовать контур губ. Карандаш довольно-таки мягкий. Он не прям-таки, конечно, мягкий. Наверное, более средняя у него будет консистенция. Но вот он легко наносится. Оттенок довольно-таки популярный. Сначала я пробовала в подружке его посмотреть, но его не было в наличии. И купила я его в Rive Gauche. Оттенок нюдовый, приятный. Оттеночек, как пыльная роза. Давайте попробуем. Я вам его нанесу. Вот такой он оттенок. Также можно заполнить полностью поверхность губ для более интересного эффекта. Знаете, такая консистенция приятная у карандаша, что в принципе его можно носить даже отдельно от помады. Но предварительно, естественно, наши губки мы должны увлажнить бальзамом, потому что впереди нас ждет матовая помада. Итак, дальше мы берем нашу матовую помаду. Очень мне понравилась эта линейка. У меня это уже второй оттенок. Все то же самое, все тот же запах. Вот такой цвет. И теперь мы наносим на губы. Также перед использованием, в принципе, любой помады, в особенности матовой, желательно наши губы проскрабировать.
Очень удобный спонжик у этой помады. Легко можно прорисовывать. В принципе, все оттенки у линжери помады, они похожи друг на друга. Немножко только, возможно, тона там отличаются. Ну, в принципе, все. Вот так вот у нас получилось. Так будет смотреться вместе у нас карандаш и помада. По-моему, интересный эффект. Повторюсь, карандаш из классической версии 831 Mauve. И жидкая матовая помада, оттенок Липли, 18. Ну а на этом все. Кому было интересно, поставьте обязательно пальчик вверх. Подпишитесь на канал, пишите ваши комментарии. И всем хорошего дня!